This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Уважаемые слушатели, всем добрый вечер. Давайте поприветствуем друг друга. Напишите, пожалуйста, в чат что-нибудь. Добрый вечер, здравствуйте. Ну, чтобы я понимала, что у вас все хорошо, вы меня слышите прекрасно, видите презентацию. Заодно чат освоите. Так, Роман, спасибо огромное. Добрый вечер. Значит, у нас сегодня семинар в рамках курса «Основы управленческого учета и бюджетирования. Управление затратами», так наш курс называется. И тема семинара – оптимизация ассортимента в условиях ограниченных ресурсов. Информация для тех, у кого есть доступ к личному кабинету учебного центра «Специалист». Вы, если еще пока не заходили в личный кабинет, можете это сделать сейчас. Там находится данная презентация, называется она «Оптимизация ассортимента в условиях ограниченных ресурсов», собственно, так же, как наш семинар, пустой. Данный файлик пока не заполненный, какие-то таблицы для заполнения, они сейчас на данный момент в виде проформ, в виде пустых таблиц, мы их в процессе с вами будем заполнять. А после завершения семинара, где-то примерно через час, в личных кабинетах ваших появится аналогичный файл с приставкой «заполненный». То есть он будет целиком весь заполненный, корректный, да, готовый вот для того, чтобы вы им пользовались. А для тех, кто не имеет доступ к личному кабинету учебного центра «Специалист», я заполненный файл могу выложить в облако и скинуть вам ссылочку. Единственная просьба к вам. Если вам такой файл нужен, то, пожалуйста, в конце семинара напомните мне об этом. Что вот, Елена, вы обещали нам скинуть заполненный целый файл, мы ждем. Тогда я это сделаю. А для чего вам сейчас удобно было бы скачать из личного кабинета файл, в котором мы будем работать? И также я сейчас вам постараюсь скинуть ссылку на Google Диск. Вы можете пойти по ней и взять этот файл там, для того, чтобы вы его со мной заполняли параллельно. Когда мы дойдем до практикума, мы будем вместе заполнять таблицы, но при условии, если у вас такая возможность есть. То есть на одном экране вы смотрите презентацию, да, смотрите, что я делаю, и на другом экране, на другом носителе вы производите какие-то манипуляции в параллель со мной. Опять-таки это желание по-вашему. Расскажу вам чуть-чуть о себе. Зовут меня Циба Елена, я преподаватель учебного центра «Специалист», преподаю курсы по финансовой экономике, имею релевантный опыт работы, опыт преподавательской деятельности, все в этом же направлении финансы и экономика. Информацию более подробную обо мне вы можете вот увидеть на слайде на данном. Какие курсы в учебном центре «Специалист»? Помимо курса «Управленческий учет» я читаю. Курс «Основы экономики», курс «Анализ финансового состояния предприятия», курс «Организация бюджетного контроля» с применением MS Excel и также готовлю слушателей к сдаче внешнего квалификационного международного экзамена СИМА по модулям P1 и P2. Учебному центру «Специалист» практически 30 лет. За эти годы работы у нас более тысячи выпускников, более миллиона, прошу прощения, выпускников, более 35 тысяч корпоративных клиентов. Несколькими учебными центрами мы располагаем. В каждом учебном центре несколько десятков учебных классов, оборудованных по последнему слову техники. У нас около 250 преподавателей-экспертов. И, конечно же, в нашем арсенале огромная база читаемых нами курсов. На сайте учебного центра «Специалист» вы можете
найти линейки курсов, в том числе линейку курсов по финансам и экономике, куда, собственно, и включается наш курс «Управленческий учет». Мы предоставляем нашим слушателям гарантии, в первую очередь гарантия качества, так как мы сочетаем академическую бауманскую методику преподавания и современные техники проведения корпоративных тренингов, то, собственно, слушатели получают гарантию качества обучения. Гарантируем результат получения вами знаний и навыков благодаря тому, что у нас действует система контроля качества. По окончании курса каждый слушатель заполняет анкету обратной связи. Мы даже просим обычно слушателей заполнить такую анкету. И последующий курс будет обязательно лучше, чем предыдущий, благодаря обратной связи от вас. Также у нас работает посттренинговая поддержка слушателей. В течение полугодия после окончания курса вы можете обращаться. Мало того, что вы можете прослушивать повторно записи, пользоваться материалами курса, и также можете обращаться к своему преподавателю. Так, коллеги, прервусь на минуточку. Вот Лада задала вопрос, как со звуком у остальных. Буду очень признательна, если напишите в чат свою позицию, как у всех обстоят дела. Так, вижу от вас ответы. Звук есть. Спасибо большое. Коллеги, если что-то происходит, вероятно, это из-за вашего интернета, да, тогда в таком случае советую обновить страницу, нажать клавишу F5 или просто выйти и зайти заново. Гарантия сохранения средств организации. Ну, вот эта информация будет касаться работодателей, которые направляют на обучение своих специалистов. И если по каким-то причинам специалист не смог пройти курс, то учебный центр идет на встречу, и мы обучим другого специалиста, может быть, даже и на другой учебной программе. Гарантированное расписание занятий. Расписание занятий мы составляем очень заблаговременно, поэтому вы можете планировать свое расписание. А какие-то переносы или срывы занятий, они практически у нас не бывают. Это крайне-крайне редко. А форматы обучения для вас доступны не только очный формат, но также формат вебинара, то есть удаленный доступ, когда вы из дома или с рабочего места подключаетесь к группе. Формат открытого обучения, о нем мы поговорим чуть попозже. И также индивидуальный формат обучения, он тоже у нас есть. Для вашего удобства режим обучения можно выбрать утро, утро-день, вечер или курсы выходного дня. Гарантия безопасности. Все наши классы оборудованы системой видеонаблюдения, пропускная система есть, охранная система. Также на перерыве вы можете попить кофе, воспользоваться кофемашинами. Все наши учебные центры оборудованы зонами кофебрейков. Итак, мы с вами подошли к тематическому плану нашего семинара, о чем мы будем сегодня говорить предметно. Первое, рассмотрим общий подход к максимизации прибыли. Но цель любого предприятия – это, конечно, увеличить финансовый результат за период, да, получить как можно больше прибыли. Вот, что для этого нужно делать, на что мы в первую очередь обращать внимание должны, на какие показатели. И сразу же приходит в голову мысль про ассортимент. Да? Если мы выпускаем не один продукт, если у нас целая линейка ассортиментная, то, конечно же, от оптимизации ассортимента максимизация прибыли находится в прямой связи. Поэтому второй пункт, который мы будем рассматривать, это инструмент оптимизации ассортимента, то есть подбора какого-то оптимального соотношения позиций. Притом в условиях, когда ресурсы ограничены, некие такие лимитирующие или ограничивающие свободу наших действий присутствуют факторы. И начнем с уровня деловой активности. Что это за понятие такое? Уровень деловой активности, ну, может быть, вам сразу уже на ум пришел объем производства или объем продаж, наверняка, да?
Здесь звучит чуть-чуть по-другому определение. Это определенный объем выполненной работы или количество имевших за период места событий. Ну, скажем, у нас с вами гостиничный бизнес, да, вот количество там клиентов за определенный период – это тоже уровень деловой активности. Примеры уровня деловой активности приведены на слайде далее. Объем производства за период, объем продаж за период. И вот что касается этих двух позиций, то могу сказать, что это основные или общие для компании виды деловой активности. Неважно, каким видом деятельности мы занимаемся, у нас наверняка есть объем продаж. Если мы производственное предприятие, у нас также еще будет и объем производства. А далее мы с вами видим количество выставленных счетов, количество заказов, количество потребленных единиц электричества, может быть, количество там отработанных часов, машина часов, человека часов, стоимость реализованных единиц, количество рекламаций, да все что угодно, любые события тоже будут являться уровнем деловой активности. Для чего нам нужно понимать, что такое уровень деловой активности? У нас есть основные, есть какие-то конкретные, предметные уровни деловой активности. Для того, чтобы все наши затраты дифференцировать на переменные и постоянные по отношению к какому-либо уровню деловой активности. Идем далее. Базовый принцип динамики затрат. То есть базовый принцип изменения затрат. По мере изменения уровня деловой активности затраты тоже меняются. Да, мы с вами понимаем, что чем больше производим продукта, тем больше затрат, связанных с производством, переменных будет, да? Вопрос, а что будет с постоянными затратами, которые не привязаны к уровню деловой активности? Они же не зависят от уровня, от объема производства, они могут оставаться неизменны. И вот поэтому мы должны рассмотреть функцию затрат. Функция, так скажем, характеризующая поведение затрат в общем. Y – это у нас затраты общие, ну, скажем, по какой-то статье определенной, например, затраты на транспорт. Y равен. И здесь мы видим две части формулы, ну, как бы две компоненты. AX плюс B. X – это тот самый уровень деловой активности, о котором мы говорим. A. Если мы A умножаем на уровень деловой активности, то несложно догадаться, что A – это удельные переменные затраты. То есть переменные, зависящие от объемов, зависящие от уровня деловой активности. И удельные – это значит приходящиеся на единицу объекта учета. А вот B у нас не связано с уровнем деловой активности, никакой привязки к иксу мы здесь не наблюдаем, это постоянные затраты. Далее из функции затрат вытекает концепция динамики затрат удельных на единицу продукции. По мере того, как уровень деловой активности будет увеличиваться, то сумма общих затрат, то есть Y, на единицу продукта будет снижаться, но при условии неизменности постоянных затрат. И теперь я обращусь к вам. Скажите, пожалуйста, насколько вы понимаете концепцию динамики затрат на единицу продукции? Все ли здесь понятно? Напишите, пожалуйста, в чат простыми своими словами, как вы понимаете вот это изречение, что сумма общих затрат на единицу будет снижаться при условии неизменности постоянных затрат? Что будет происходить? Переменными затратами все понятно. Они у нас остаются такими же, какие на единицу продукта и были при выпуске предшествующем. Да? То есть если мы произвели 100 штук, то на 101 штуку переменные удельные будут либо такие, либо чуть-чуть увеличатся, может быть значительно увеличатся. Но что произойдет с постоянными затратами? Аренда неизменна, а производство растет,
уровень деловой активности растет, да, то мы в две смены работали, тут мы начинаем в три смены работать, да, и аренда нам становится более выгодной, действительно. При высоком показателе деловой активности влияние постоянных затрат будет снижаться. Да, они будут, если уже мы говорим про удельные постоянные затраты, будут рассеиваться, да, на большее количество единиц. Абсолютно верно, спасибо. Далее маржинальный подход к формированию финансовых результатов. То есть мы оцениваем с вами финансовые результаты через маржинальный подход. Что это за подход такой? В первую очередь мы должны все наши расходы дифференцировать или классифицировать, или разделить, да, на переменные и постоянные по отношению к какому-то уровню деловой активности. Ну, например, основному для нас объем продаж. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы получить очень важный в учете показатель, который называется маржинальная прибыль. И желательно, даже очень будет полезно получать, тем более в условиях, да, большого ассортимента, такой показатель абсолютно по каждому продукту. Маржинальная прибыль, приходящаяся на единицу продукции. Это цена минус переменные издержки или переменные расходы, удельные. Наверняка знаком этот показатель. И еще введу один показатель, может быть, он для вас будет новый. Масса маржинальной прибыли. Масса маржинальной прибыли – это маржинальная прибыль, приходящаяся на единицу продукции, умноженная на объем, на уровень деловой активности. Если мы по каждому продукту получаем массу маржинальной прибыли, то в совокупности по всему ассортименту, да, мы получим общую массу маржинальной прибыли. И вот эта общая масса маржинальной прибыли с учетом всего нашего ассортимента будет являться вкладом на покрытие, кто знает чего, подожду, масса маржинальной прибыли по всему нашему ассортименту является вкладом на покрытие чего? Вот тех самых постоянных затрат. Соответственно, наша с вами задача увеличить, максимизировать массу маржинальной прибыли. А мы можем предпринимать какие действия? Поднимать цену, увеличивать цену, да, главное, чтобы объем из-за этого не упал. А мы можем для увеличения массы маржинальной прибыли, наоборот, увеличивать объем продаж, может быть, даже через снижение цены, снижать наши производственные переменные издержки. А также можем подбирать каким-то образом соотношение позиций в ассортименте для того, чтобы максимизировать массу маржинальной прибыли по всему нашему ассортименту. А чем больше масса маржинальной прибыли, тем в большей степени или быстрее, или, так скажем, в несколько раз будут покрываться постоянные затраты. И тем выше мы получим уже конечный финансовый результат или операционную прибыль. На следующем слайде давайте решим небольшой пример. Значит, если цена изделия 500 условных единиц, переменные расходы на единицу в два раза меньше, 250 условных единиц. Постоянные расходы за период составляют 1500 условных единиц. Нам нужно с вами определить точку безубыточности в натуральном выражении в единицах, то есть тот объем продаж, который позволит покрыть все расходы, как переменные, так и постоянные, но при этом мы не получим ни копейки, ни рубля, ни условной единицы, да, ни прибыли, ни убытка. Уйдем в ноль. Значит, в первую очередь мы определяем маржинальную прибыль на единицу продукта. Это цена 500 минус переменные расходы 250. И вот у нас здесь стоит такой кирпичик. Маржинальная прибыль на единицу равна 250 условных единиц. Вопрос, сколько нужно продать таких единиц, чтобы покрыть, чтобы получить определенную массу маржинальной прибыли, да, которая сравняется с постоянными расходами 1500. Подожду. Попробуйте ответить на этот вопрос, напишите в чат.
Спасибо большое. Абсолютно верно. 6. И начинаем с вами эти кирпичи раскладывать. Одну продали, вторую, третью. Вот мы накапливаем массу маржинальной прибыли. И когда у нас масса маржинальной прибыли накопится в размере 1500 условной единицы, мы с вами выйдем из зоны убыточности в зону прибыльности. Анна написала формулу, абсолютно верно. Можно взять постоянные расходы 1500, поделить на маржинальную прибыль 250 и получить точку безубыточности в штуках. Хорошо, когда мы продадим с вами седьмую единицу, это уже у нас зона прибыльности, нам не нужно будет покрывать постоянные расходы, да, мы будем с вами получать операционную прибыль или конечную прибыль. С продажи каждой штуки мы ее будем получать в размере 250 УЕ. Значит, в точке безубыточности получается, что масса маржинальной прибыли у нас равна постоянным расходам. А если мы с вами захотим определить тот объем продаж, который, скажем, нам принесет операционную прибыль в размере 1000 условных единиц. Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Посчитайте, пожалуйста, сколько нам тогда нужно продать таких позиций, чтобы не только покрыть постоянные расходы в 1500, но еще и заработать прибыль в 1000. 10, абсолютно верно. 6 плюс 4, да, можно так рассуждать. Если мы добавим после вот зеленой штрихпунктирной линии, выше этой линии, еще 4 кирпичка, да, мы с вами получим 1000 условных единиц прибыли. Масса маржинальной прибыли у нас здесь будет еще дополнительно давать операционную прибыль. Или можем посчитать формулой. В точке плановой прибыли масса маржинальной прибыли у нас равна постоянные расходы 1500 плюс плановая прибыль 1000. Значит, если точка безубыточности равна затраты постоянные, деленные на маржинальную прибыль на единицу, то давайте здесь кое в чем разберемся. Точка безубыточности в штуках, можно сказать, стремится к минимуму. Да? То есть чем быстрее мы выйдем в зону прибыльности, тем больше будет финансовый результат за период конечный. Затраты постоянные мы стремимся сокращать. Мы где-то экономим на чем-то, где-то что-то урезаем, они у нас стремятся к минимуму. Маржинальная прибыль на единицу, понятно, что стремится к максимуму. Максимизация общей прибыли, ну, кстати, я уже об этом говорила, это, наверное, будет повтор уже, будет достигаться при производстве и продаже продуктов с наибольшей маржинальной прибылью на единицу. Какие-то позиции у нас обладают большей маржинальностью, а какие-то меньшей маржинальностью. Соответственно, для того, чтобы максимизировать общую прибыль, мы будем выбирать, акцентироваться на тех продуктах, по которым маржинальная прибыль на единицу больше. Но есть ограничения. Мы будем так действовать, так ранжировать наши позиции ассортиментные лишь только в условиях отсутствия ограничивающих свободу действий факторов. То есть если ресурсы у нас в нашем доступе, да, безграничны, у нас нет каких-то ограничений, у нас, допустим, будет спрос по каким-то позициям в определенном количестве и в наличии, будут ресурсы для того, чтобы произвести эти продукты. Масса маржинальной прибыли по всем продуктам является общим вкладом на покрытие постоянных затрат. Да, мы это с вами выяснили. Максимизировать прибыль мы можем двумя путями. Первое. Максимизация маржинальной прибыли через цену, объем, удельные переменные издержки. Также за счет оптимизации ассортимента. И второй момент. Максимизируем прибыль за счет сокращения постоянных расходов по функции затрат компонента B. Так вот, если мы с вами по первому пункту маржинальную прибыль можем максимизировать в том числе за счет оптимизации ассортимента, то маржинальную прибыль нам нужно получить в учете в разрезе каждой ассортиментной
позиции. Иначе мы не применим данный инструмент. Что же касается постоянных расходов, то их распределять на ассортимент необходимости нет. Во-первых, постоянные расходы, как правило, не являются прямыми, они косвенные, их распределение весьма условно, да и нету в этом никакой практической надобности, это нецелесообразно. Наша задача – собрать как можно большую массу маржинальной прибыли, в том числе с учетом оптимизации ассортимента, для того, чтобы как можно быстрее покрыть все наши постоянные расходы. Отсюда у нас вытекает метод учета затрат и формирования финансовых результатов Direct Costing. Direct Costing – это общий метод, если мы занимаемся торговлей или оказываем услуги, да, то вот такой метод, как правило, и применяем. Если же мы производственное предприятие, то данный метод у нас чуть-чуть по-другому называется Marginal Costing. Но, по сути, это одно и то же. Это метод учета затрат и формирования конечных финансовых результатов для целей максимизации конечной прибыли посредством увеличения общей маржинальной прибыли всего продуктового ассортимента, как вклада на покрытие всех постоянных расходов, которые, мы уже говорили, распределять на ассортиментные позиции надобности нет. Система учета затрат Direct Costing может быть представлена вот такой формулой. Operation Profit, операционная прибыль, равна ПИТа, П это у нас цена, ИТа это значит на каждую позицию, умножить на ХИТа, уровень деловой активности по каждой позиции, вот здесь мы получаем с вами выручку по каждому продукту, минус, следующая скобка, АИТа умножить на ХИТа, это переменные затраты, опять-таки по каждому продукту, итого мы в учете с вами должны получить маржинальную прибыль по каждому продукту. Собираем маржинальную прибыль по всем И, собираем, получаем общую массу маржинальной прибыли и вычитаем общие постоянные затраты, которые не распределяем на ассортимент, на наши продукты. Почему? По той причине, что для принятия решений по ассортименту эти затраты не являются релевантными. Так, а теперь давайте поговорим про оптимизацию ассортимента в условиях ограничений, в условиях ограниченных ресурсов, да и вообще каких-либо факторов, которые ограничивают нашу свободу действий. Что может нас ограничивать? Спрос, то есть мы бы рады какой-то маржинальный продукт производить в большом объеме, да, но у нас его в таком объеме не приобретут, не купят. Мы должны ориентироваться на спрос прежде всего. Далее. Материальные ресурсы, они могут быть ограничены, но, например, мы используем какой-то очень редкий материал, да, он не всегда в наличии у поставщика, или мы его импортируем, и, возможно, сбой поставок. Может быть, трудовые ресурсы ограничены. Наш персонал должен быть определенным образом аккредитован или сертифицирован, и в наличии у нас нет такого количества персонала, чтобы удовлетворить весь спрос, да, поэтому мы ориентируемся на ту численность, которая у нас есть. Но опять-таки наша цель – максимизировать прибыль. Мы хотим получить как можно больше прибыли с учетом того, что у нас есть какие-то ресурсы в наличии, они ограничены. Также финансовые ресурсы тоже могут являться ограничивающими. Допустим, растет спрос на наш продукт, его хотят больше покупать. Но для того, чтобы больше продавать, мы должны больше закупить, да, товара. Соответственно, речь идет про пополнение оборотных активов. Нам нужны деньги на оборотку. И давайте представим, что у нас нет возможности прибегать к кредитным ресурсам. Да? То есть у нас дефицит денежных средств в наличии. Тогда мы что будем делать? Мы будем стараться акцентироваться опять-таки на тех позициях, у которых там финансовый цикл, допустим, наиболее оптимален и так далее. То есть финансовые ресурсы тоже являются иногда ограничивающими свободу наших действий. Так вот, прибыльное сочетание продуктов в нашей ассортиментной линейке будет достигаться при максимизации маржинальной прибыли, не просто маржинальной прибыли, а маржинальной прибыли, приходящейся на единицу ограничения.
на единицу ограничивающего ресурса. Маржинальная прибыль на единицу ограничения – это маржинальная прибыль, которую мы рассчитываем обычно как цена минус переменные издержки, деленная на единицу ограничивающего ресурса. Мы с вами в рамках этого семинара говорим о том, что ресурс, допустим, ограничивающий свободу действий, у нас один. Но бывает же так, что несколько ресурсов ограниченных, да, и здесь у нас уже данный инструмент, который мы сегодня будем применять с вами, ну, такой метод расчета с применением формул, он не подойдет. Там нужно будет применять методы линейного программирования. Да, это уже следующая ступенька управленческого учета. Это у нас уже в курсе СИМа рассматривается. Здесь же сегодня мы говорим о том, что ограниченный ресурс какой-то один. Может быть, материальные ресурсы, могут быть трудовые ресурсы и так далее. Так вот, мы эту формулу с вами должны будем применить. Теперь давайте потренируемся. В общем-то, концепцию общую мы обсудили. Задача первая. Спрос на изделия. У нас всего два изделия, А и Б. Спрос на изделия А нам дан. Цена реализации изделия дана. И даны удельные переменные расходы. По второму изделию такие же исходные данные есть. Спрос, цена реализации, удельные переменные расходы. Дается сумма постоянных затрат 50 тысяч условных единиц в месяц. И также нам здесь дано ограничение. Вот в части ограничения у нас производственная мощность, ну, в виде выработки каких-то единиц оборудования. Да? То есть мы можем в месяц произвести по сумме А и Б не более чем 400 единиц. Загрузите, пожалуйста, максимально выгодно вот эти наши производственные мощности, которые позволяют выработать только 400 единиц в месяц. А спрос у нас, посмотрите, какой, суммарно на А и Б. Сделайте кратко, да, расчеты. Здесь, в общем-то, много манипуляций производить не нужно. Я подожду и напишите результат в чат. Или, может быть, алгоритм, ход действий. У нас есть суммарная производственная мощность, она в данном случае является ограничивающим фактором. Суммарно по продукту А и по продукту Б это 400 единиц в месяц, а спрос в месяц суммарно опять-таки по А и Б у нас 200 плюс 250, то есть на 50 единиц меньше. И мы с вами сейчас должны составить некий такой план производство. Что производим, то и продаем, да, про остатки мы сейчас здесь не говорим, ни про какие. Вот исходя из чего мы будем с вами загружать наши мощности. Нет информации о том, что какие-то ресурсы ограничены, труд, да, или там численность, или часы, или материалы. Речь только о том, чтобы объем производства и продаж подогнать под производственную мощность. Первую очередь, на что мы должны с вами обратить внимание, скажите, пожалуйста, на какой показатель? Какой показатель нам нужно рассчитать? Как считаете? На что будем ориентироваться? На маржинальную. Каждая единица, конечно, да. Нам здесь не нужно маржинальную делить на ограничения, на ограниченные ресурсы и так далее. Именно нам нужно понять маржинальность каждого продукта. Какой из этих продуктов обладает большей маржинальностью? Скажите, пожалуйста. Большей способностью покрывать постоянные затраты. Б. У него маржинальная прибыль
Получается 300 УЕ, а у А только 200, да? Поэтому мы в первую очередь с вами будем загружать мощность, ориентируясь на продукт Б. А по продукту А спрос у нас останется неудовлетворенным. Вот, давайте я это все распишу. Сейчас вот таким образом поступлю. Так, и какие-то исходные данные, которые у нас были на предыдущем слайде, они у нас никуда не потеряются, я их сейчас просто перепишу в эту таблицу. Решение задачи 1, значит, спрос по А у нас 200 единиц, а спрос по Б у нас 250 единиц. Итого получается 450 единиц. В то же время ставлю звездочку, а вот здесь внизу у нас по звездочке написано уже максимальная мощность 400 единиц, значит 50 единиц мы должны откуда-то отнять. Маржинальная прибыль на единицу по продукту А 250 минус 50 равно 200 условных единиц. А по продукту B 380 минус 80 равно 300 условных единиц. Рейтинг продуктов. На первом месте у нас продукт B, ранжируемый, на втором месте у нас продукт А. Объем, максимизирующий прибыль. По продукту B мы будем удовлетворять спрос 250. То есть план производства мы ставим в объеме, удовлетворяющем спрос. Если у нас производственная мощность позволяет выпускать 400 единиц, то продукта А мы будем производить 150 единиц. Понятно, откуда у нас 150. Это мощность 400 минус 250 по продукту Б. И здесь мы можем посчитать с вами прибыль. Значит, маржинальная прибыль у нас 200 по продукту А. Умножаем на 150 единиц и получаем 30 тысяч УЕ. Здесь же маржинальная прибыль 300 умножаем на 250 единиц и получаем 75 тысяч условных единиц. И посчитаем итоговую прибыль по всем исходным данным. Значит, если по продукту А мы получим маржинальную прибыль 30 тысяч, по продукту Б мы получим маржинальную прибыль 75 тысяч. Это у нас масса маржинальной прибыли. И вычтем данные нам постоянные затраты 50 тысяч. Мы получим 55 тысяч условных единиц операционной прибыли, итоговой конечной прибыли. Вот это самый оптимальный вариант. Так, хорошо, идем дальше. Задача номер два. Давайте с условием сначала ознакомимся. Компания в сфере IT-услуг формирует бюджет продаж на следующий месяц. Спрос на все три вида услуг определенный. Вот у нас есть три услуги. X, Y, Z. Спрос в количестве услуг нам дан. 3X, 8Y. Или Y, да, и 6Z. В компании работает два профильных специалиста. Рабочая сила, да, на них вот мы будем ориентироваться. Время их работы ограничено. Каждый специалист может отработать максимально 162 рабочих часа в месяц. Данные по ценам и переменным расходам представлены ниже. Постоянные расходы на месяц составляют 5000 условных единиц.
Значит, цена за каждую услугу, за единицу услуги дана, переменные расходы на каждую даны, маржинальная прибыль здесь уже просчитана и даже стоят ранги. Что мы видим? По третьей услуге, по Z, маржинальная прибыль наиболее высокая, стоит ранг первый, да, на первом месте. Услуга Y на втором, и маржинальная прибыль по услуге X самая низкая, у нее здесь ранг третий. Далее, что нам дано? Время, требуемое на выполнение одной единицы услуги. То есть, чтобы оказать одну услугу X, требуется 18 рабочих часов. Одну услугу Y 25 и так далее. Давайте подумаем, как мы будем с вами здесь максимизировать наш финансовый результат. Будем ориентироваться на те ранги, на то ранжирование, которое нам дано, или мы что-то с вами должны как-то проверить, может быть. Скажите, пожалуйста. Значит, будем ориентироваться на маржинальную прибыль, которая рассчитана в данной таблице уже. И даже есть ранжирование. Мы с вами должны, да, в первую очередь установить, а нету ли у нас ограничений по ресурсу трудовому. Скорее всего, есть. И вот если мы посчитаем время общее на выполнение, на удовлетворение спроса, да, по всем услугам и сравним с лимитом времени, то мы поймем, что время у нас является ограничивающим ресурсом. Абсолютно верно. Мы будем маржу делить на наш ограничивающий ресурс. Почему? А, конечно, хорошо, да, акцентироваться на тех продуктах, у которых маржа выше, у которых маржинальная прибыль выше. Но с учетом того, что время-то ограничено, мы должны акцентироваться на тех услугах, у которых не только маржинальная высокая, но и еще и требуемый ресурс минимален. Согласны? Чтобы нам больше получить массы маржинальной прибыли, используя наши доступные ресурсы. Абсолютно верно, вы написали. Давайте теперь мы эту задачу оформим и решим. Значит, общее рабочее время для удовлетворения спроса. Так, прошу прощения, забыла. Общее рабочее время для удовлетворения спроса. Мы сейчас с вами посчитаем его, чтобы оно у нас было. Значит, если по услуге X у нас 4 единицы, скажем, да, 4 услуги, умножаем на время на единицу 18 рабочих часов, далее плюс по второй 8 умножаем на 25, плюс 6 умножаем на 40. Итого у нас получается 512. Нам нужно, чтобы удовлетворить спрос целиком человека часов. Время в человеко-часах является фактором, ограничивающим свободу действий. Почему? Да потому что месячный лимит времени составляет 162 часа у нас может каждый отработать, а специалистов всего 2 человека. 324 человека-часа в наличии, в доступе. Поэтому мы должны с вами посчитать маржинальную прибыль на единицу ограничения, на единицу ограничивающего ресурса. Значит, маржинальная прибыль нам дана 300, делим на 18, получаем 16,67. Что это такое? Как мы можем интерпретировать с вами 16,67? Кто догадается? Да, условные единицы мы получаем за 1 час по услуге X, а по услуге Y мы получаем 450 делим на 25, 18, и по третьей услуге 580 делим на 40, и за час за один мы получаем 14,5
5 десятых. Вот теперь нам нужно ранг составить. На первое место мы поставим какую услугу, скажите, пожалуйста. Абсолютно верно. Так, сейчас я попробую. Вот так вот, да. На первом месте у нас с вами Y. На втором месте у нас X. Так, это у нас второе. И Z, которая по маржинальной прибыли самая высокая по маржинальности, она у нас будет, ну, она самая-самая трудоемкая, да? Она у нас будет на третьем месте только лишь. Формируем план продаж. Начинаем с самой выгодной для нас позиции, с Y. Удовлетворяем, наверное, скорее всего, да, исходим из того, что получится удовлетворить спрос в размере 8 единиц. 8 умножаем на норму в человека-часах на 25. Мы получаем 200 человека-часов. И говорим о том, что по Y в план производства, в план продаж мы будем ставить 8 единиц, 8 услуг. Далее, так как лимит у нас 324, идем на вторую позицию, на X. Попробуем также удовлетворить спрос 4. Умножаем на норму времени 18. Получаем 72 человека часа. У нас еще остается свободные какие-то часы. По X мы тоже будем удовлетворять спрос в объеме 4 услуг, поэтому у нас в план пойдет 4. А вот что касается Z, то здесь остаток времени только. Рассчитываем с вами остаток. 324 часа у нас лимит. Так как два сотрудника, и каждый работает по 162 часа в месяц. Минус 200 человека часов, которые будут задействованы для выполнения услуги Y. И минус 72 часа, которые нам потребуются для выполнения услуг X в объеме спроса. Вот что у нас там получится. Делим на норму рабочего времени 40 часов, а получается у нас 324 минус 200 минус 72, это всего 52 часа, делим на норму времени 40, ну и никак иначе, как только одна услуга Z. План продаж 4, 8. Ну, а здесь времени остается только лишь на одну. План по прибыли. 4 умножаем на маржинальную прибыль 300, получаем 1200 условных единиц. Здесь у нас 8 услуг умножаем на маржинальную прибыль 450 и получаем 3600 условных единиц. И по Z у нас одна услуга. Маржинальная прибыль самая высокая, но рабочего времени требуется больше всего, а время ограничено. 580 условных единиц. Ну и, соответственно, здесь мы подсчитаем операционную прибыль итоговую с учетом уже постоянных затрат. 1200 маржинальная по X плюс 3600 маржинальная по Y плюс 580. Маржинальная по Z, и вся эта масса маржинальной прибыли минус постоянные затраты 5000. Итого 380 условных единиц операционная прибыль. Можно пробовать другие комбинации, да, так или иначе, там метод подбора какой-то использовать, по-другому это все пытаться как-то раскидать, но все равно мы придем к тому, что вот именно
этот набор услуг нам дает самую большую операционную прибыль. Мы знаем, какой инструмент применять, да, и все это быстро-быстро посчитать, не прибегая к каким-то множественным итерациям. Вот, в общем-то, и все. Уважаемые слушатели, если у вас какие-то вопросы в части материалов семинара, пожалуйста, пишите. Готова что-то повторно, да, показать, ответить на все ваши вопросы. А я пока, пожалуй, расскажу про наш курс «Основы управленческого учета и бюджетирования». Начну рассказывать, да, но если увижу от вас вопрос, обязательно вернусь к материалам. Итак, «Основы управленческого учета и бюджетирования», как вы видите, на втором месте в линейке курсов по экономике и финансам после курса «Основы экономики для руководителей, менеджеров, специалистов». Соответственно, если мы приходим на курс «Основы управленческого учета», какая-то база у нас должна быть, либо релевантный опыт работы, ну вот как у вас у всех сейчас, да, то есть какие-то основные базовые термины, понятия вы должны, конечно, знать. Или, может быть, вы проходили курс «Основы экономики» у нас или еще где-то в учебном центре в другом. После же прохождения курса «Основы управленческого учета и бюджетирования» рекомендуется, да, продолжать обучение по курсам, касающимся там, и инвест-анализа, и финансового анализа, и вплоть даже до СИМа. То есть следующая ступенька – это управленческий учет по международным стандартам СИМа. Курс в объеме 32 академических часа. По окончании курса вы получаете удостоверение о повышении квалификации. Доступны формы обучения, такие как очно-заочное обучение. И в данном случае на слайде обозначена стоимость. Очное обучение. И также обучение в формате вебинара со скидкой. После прохождения курса, какие компетенции можно было бы добавить в ваше резюме? И почему я говорю о том, что вы могли бы, да, какие-то компетенции заявлять? Потому что курсы наши, они практикоориентированные. То есть вы не только там пополняете свой багаж знаний теоретических, но также у нас много практики, вы получаете определенные навыки. Мы формируем бюджеты, от там, операционных бюджетов и заканчивая сведением прогнозного баланса, мы оптимизируем финансовые результаты, рассчитываем эластичность, подбираем оптимальное сочетание объема и цены, формируем финансовый результат разными способами и по директ-костингу, и по маржинал-костингу и так далее, и так далее. То есть практики у нас огромное-огромное количество. Поэтому, в принципе, в резюме вы могли бы добавить калькулирование себестоимости продукции, да, действительно, мы это на курсе полноценно рассматриваем. Формирование финансовой отчетности, отчета о прибылях и убытках P&L, кэшфлоу, оптимизация затрат, максимизация финансовых результатов, формирование и или оценка финансовой структуры предприятия, я сейчас говорю про центры финансовой ответственности, как их грамотно назначить. Формирование операционных финансовых бюджетов предприятия, в том числе и БДР, БДДС, и, как я сказала, прогнозный баланс даже. Проведение план-факт-анализа и факторного анализа отклонений показателей. Мы рассматриваем метод цепных подстановок, его применение на практике. И все это в курсе «Управленческий учет». По формам обучения. Очное, когда вы присутствуете в аудитории. Я вижу вас, вы видите меня, да, вы занимаетесь со своими же одногруппниками, коллегами, то есть достаточно интересно проходит обучение, по своему опыту вам скажу, живо, интересно. Очно-заочное, очно плюс видеозаписи дома или в офисе. Вы можете приходить очно, вы можете переключаться там на какой-то дистанционный формат и так далее. Индивидуальное обучение, но это уже индивидуальный подход, индивидуальные занятия тет-а-тет там с преподавателем и так далее. Вебинар in-class, вы подключаетесь к очному занятию удаленно, присутствуете в группе, пишете, ну вот как сейчас,
допустим, пишите все вопросы в чат, включаете микрофон, что-то говорите голосом, да, какие-то вопросы задаете, что-то комментируете, общаетесь с группой также. Также вы можете включить видео, наблюдение за классом, да, видеть, что происходит в аудитории, наблюдать все происходящее, видеть преподавателя. И еще один интересный формат – открытое обучение. Что это такое? Вы подключаетесь либо по вебинару, либо приходите в аудиторию, физически будете присутствовать в ней. Преподаватель находится в аудитории все время проведения занятий. Соответственно, неважно, либо вы из дома, либо вы из аудитории просматриваете запись курса, обращаю ваше внимание, запись курса идет не вживую, вы просматриваете видеозаписи прошлой группы. Но вы в любой момент можете поставить запись на стоп, подойти к преподавателю и что-то с ним обсудить, задать ему вопросы и так далее. А в чем плюсы такого обучения? В том, что каждый человек особенный, да, и каждому человеку, наверное, удобно как-то заниматься, ну, в своем темпе, в своем режиме, так скажем. Кто-то хочет что-то прослушать 3 раза, кто-то, допустим, какие-то моменты знает, ему это неинтересно, их хотел бы пропустить, кто-то даже ускоряет прослушивание определенных тем, да, ставит на прослушивание в ускоренном режиме и так далее. Вот, соответственно, на обычном очном обучении таких преимуществ мы не получаем. А если мы проходим обучение в формате открытого, то вот такие плюсы нам доступны. И пару слов про комплексные программы. Что касается данного курса «Основы управленческого учета и бюджетирования», то этот курс входит в комплексную программу, которая называется «Управление экономикой организации». Состоит она из 2 курсов. Помимо управленческого учета, также там присутствует курс «Основы экономики» для руководителей, менеджеров и специалистов. Что вы получаете в результате того, что приобретаете комплексную программу? Во-первых, по графику обучения станет все очень, да, сразу прозрачно и понятно, когда вы придете на 1 курс, сколько вам нужно дней для того, чтобы подготовиться там, да, и приступить уже к продолжению, то есть пойти на управленческий учет, вы выбираете сами. Ну и также экономия средств. Комплексные программы, что называется 2 в 1, они будут дешевле, нежели приобретение отдельно этих курсов по отдельности. Уважаемые слушатели, если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте. В свою очередь, я вас хочу всех поблагодарить за активное участие, пожелать успехов в работе, в учебе, всего самого наилучшего. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите, я пока здесь.